Уральская консерватория имени Мусоргского – один из крупнейших центров музыкальной жизни Свердловская. Консерватория готовит квалифицированные кадры исполнителей и педагогов. Выпускники консерватории пополнят коллективы оперных театров, филармоний и музыкальных училищ страны. В этом году успешно закончили консерваторию воспитанники доцента Шварц. Олег Мальцев, Николай Самусенко, Майя Меркушева, Любовь Буткевич. Лучшая ученица профессора Поздняковской – пианистка Людмила Селиванова. По классу профессора Щелокова – выпускник Юрий Черемных. Экзаменационная комиссия принимает в театре имени Луначарского оперу «Евгений Онегин». Опера поставлена силами студентов консерватории. В спектакле государственный...